Стоял апрель. Мы жили в Ялте. Бездельничали после 9 месяцев отчаянной трепки в Зимнем океане. Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море. Забирались иногда в Норвежское, в Атлантику. И ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной. В Ялте же горы казались красно-лиловыми. Море синело и блестело. И часто заходили, медленно вдвигались. И застывали в порту красивые освещенные белые пароходы. Мы презирали эти пароходы. За их величину, за лень, за благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли без смеха смотреть на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки, на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоного, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке среди воя, свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска на палубах, резко освещенных рабочими лампами. А то давай переведемся, а? Предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы. А друг мой только скалился. Еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем ни веток, ни листьев. Просто мучительные искривленные коряги, черные во время захода солнца, будто сочащиеся кровью. Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе. Кстати, единственный хороший кофе в Ялте. Смотрели молча то на море, на огни в порту, на набережную, то на это дерево. А всюду было оживленно, шумно, людно. Пахло духами, пудрой, женским телом. Все будто торопилось жить. Все хотели счастья, легкости и знакомств. А нам было скучно. Отчего нам было скучно, мы не понимали. Наконец мой друг спросил. Слушай, а ты в доме Чехова был? Не был. А что? Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл. И теперь мне представлялось что-то такое белое, решетчатое, что-то такое в восточном стиле. А давай, старик, поедем, предложил мой друг. Я люблю Чехова, знаешь? Как-то его нежно люблю. Все оказалось совсем не таким, как мы думали. Внизу под горой стоял дом и флигель. И стены, выходящие во двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома был засыпан гравием. Когда мы вошли внутрь, друг мой стал морщиться, сопеть и играть скулами. «Ты чего?» – спросил я. «Сам приехал, никто ж не тянул тебя». Было как-то неловко в этом доме. Я все думал, вот строил человек себе дом. Хотел пожить тихо, чай пить, глядеть на море. Вообще как-то побыть самому, писать там, думать. И вот мы надели шлепанцы и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа вот, Чехов надевал. А вот марки какие-то лежат на столе, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески. Думаешь, вот человек марками увлекался, радость ему была. Небось, слюнями мочил и над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через 60 лет мы будем разглядывать все это, может, ни за что не стал собирать бы. Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка выпивкой попахивала. Они были все красные, распаренные, и, видно, не знали сами, как их сюда занесло. Они шептались, впрочем, достаточно громко, чтобы слышать их. А она его разве любила? А зачем ему борода эта? Ему не идет. А домик такой, ничего себе, да. В таком домике я тоже бы написал чего-нибудь. А сколько тут комнат? Ого, сколько комнат. А говорят, скромный еще был. Я скорее перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью. А больше уже глядеть нечего было. Да и не хотелось. Нам все время неловко было, как будто мы пришли, а хозяина нет. Вот-вот вернется и застанет нас. С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли во двор, сели на лавочку под каким-то деревом. Закурили. Глаза у моего друга были мокрые. Скулы побелели, он щурясь оглядывал двор. «Сад какой!» — сказал мой друг. «Это он сажал. Ты знаешь, он здесь каждое дерево своими руками посадил. А еще есть такая фотография».
Стоит он в кабинете у стены возле шкафа. Сигарета у него погасла, он стал ее раскуривать. Ну, говорю я. Я поглядел. Шкаф стоит. Старик, ты представляешь, шкаф стоит. Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже плечом опирался или нет, я забыл, кажется. Но он там стоял возле этого шкафа без пенсне. Уже весь черный какой-то, больной. Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дому. Мужчины радостно закурили, женщины вынули зеркальца и пудреницы. Потом все пошли к машине, повозились там с каким-то тайным приспособлением, а там кнули ее и уехали. Подумать только, с внезапной злобой сказал мой друг. Как он жил? Как он жил, Господи Боже мой? Равнодушная жена в Москве или в Ницце, а он здесь пишет ей уничижительные письма, вымаливает свидания. А здесь, вот в этом самом доме, печки отвратительные, температура в кабинете 10 градусов, холод собачий, тоска. В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере Россия снег, бабы, нищие, грязь и темнота, и угарные избы. Ведь он это все знал, а у самого чахотка кровь горлом. Эх, пошли, старик, выпьем. Несчастная у него была судьба, а крепкий он все-таки был человек. Настоящий человек. Я его люблю, как никого из писателей. Даже Толстого так не люблю. Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли потом пешком. Когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. «Выпьем вина», — предложил я. «Да иди паси со своим вином, мне 3 литра надо выпить, чтобы хоть что-то почувствовать. Давай-ка лучше в ресторан погребем, коньячку». В ресторане было уже давно порядочно народу. Мы сели, выложили сигареты, закурили, облокотились, стали слушать музыку и глядеть по сторонам. Музыканты нам как-то сразу понравились, играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя и старые, вдруг казались как новые. И почему-то все выходило у них грустно. Звуки скрипки, усиленный микрофон терзал сердце, и хотелось плакать. И говорить, 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 и пить. И чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает. «Почему мне так грустно, старик, скажи?» — спросил я и стряхнул пепел с сигареты. «И зачем мы пошли к Чехову, а?» За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли. Девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашеные, с загорелыми ручками и шеями, и требовали себе мороженого и сухого вина. Мой друг налил себе и мне коньяку. «Выпьем за Чехова», — сказал он. Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше вот не думал, а теперь понял. Несчастный он был человек. Очень несчастный. Дом этот и вообще все это бодяга. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была. Он на Шпицберген все собирался съездить. Уехать бы куда-нибудь из этой Ялты, а, старик? За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя. И вот один моряк стал рассказывать анекдоты. «Вопрос к армянскому радио», — говорил он с акцентом. «Можно ли убить человека газетой?» Отвечаем. «Можно! Надо в газету завернуть топор!» Девочки хохотали, курили, кашляли. «А вот статистика любви!» — среди хохота начинал другой моряк. «Слушайте, тихо! Статистика любви! В одну минуту на всем земном шаре происходит 3 миллиона поцелуев!» «Ха-ха-ха!» — девочки совсем закатывались. «Тихо!» — кричал другой моряк. «6500 женщин изменяет в минуту своим мужьям!» «Сильно, а?» — спросил я. В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили. «Ты помнишь, как мы с тобой познакомились?» – спросил внезапно мой друг. «Еще бы не помнить. Веселое было время. Зимний Ленинград, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, снег на Медном всаднике, кафе. И мы ехали, гуляли, смеялись. Мне кажется, мы все время смеялись. Я тогда только окончил мореходку и начинал жить. «Ты Наташу помнишь?» – спросил мой друг, опуская глаза. Это была его женщина в зимнем Ленинграде. Ты брось это, старик, а то и так тоска. А Мишку помнишь? Мишку Длинного помнишь? Ты тогда пьяный был, презирал его сильно». «Ну, помню», — сказал я. «Я потом его встречал, прекрасный парень. Я дурак, а ты брось, не вспоминай ничего». Мишка погиб 2 года назад. В проливе Великицкого. Я на могиле его был. Забыл тебе сказать.
Вот так, старик. А мы с тобой в Ялте коньячок лакаем. Музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то лезли 3 миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра, что даже как-то не воображалось ничего. Нельзя было осознать, почувствовать эти 3 миллиона поцелуев, которыми занимались на всем громадном шаре, несмотря ни на что, и в Африке, и в Австралии, и в Польше. А вспоминались мне почему-то дикие фактории. Все, какие я видел на севере. Острова, черные базальтовые скалы, чайки и безымянные по всему северу могилы, в которых коченеют ребята. И эти ребята никогда никого не поцелуют. «А ты мне вот что скажи», — спросил меня мой друг. «Тебя женщины любят?» «Нет», — сказал я. «Я неинтересный какой-то и вообще как-то так». «А у меня все некрасивые», — говорит он. «Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, понимаешь, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, и не было. Странно это». «Да фиг с ней», — говорю я, «с этой красивой. Она из тебя душу вынет. А так, видишь, душа на месте. А может быть, мне и надо, чтобы душу вынули. Может быть, я хочу такое что-нибудь смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом, к чертям собачьим, а?» «Ничего, ничего», — сказал я. «Спокойно, старик. У тебя хоть некрасивые есть». «А какие бабы несчастные», — сказал мой друг и пригорюнился. «Они ведь нежные, все нежные. У них животы очень нежные». «Брось», — сказал я. «Дай-ка лучше сигарету, посидим, покурим, музычку послушаем. Мы же с тобой в отпуску, салага, нам отдыхать надо». «Эй, кореша!» — окликнули нас с соседнего столика. «Извиняйся, вы моряки будете?» «Моряки. Ну, будем здоровы!» И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бордой. «Попутного ветра!» — отвечаем мы. Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас. Пересесть бы к ним и травить какую-нибудь бодягу. В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. «Маэстро», — говорю ему я, — «а вы здорово играете». «Спасибо», — отвечает он. «А вы знаете вот такую штуку? Я забыл, как она точно называется, такая мелодия. Па-па-пам, па-па-па-па-па-па-пам». Он говорит: «Ну, конечно, знаю». Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту что-то на ухо. Гитарист подстроил гитару, пианист сразу взял медленные 2-3 аккорда из этой песенки. И вдруг прозвучали волнующие меня пустые квинты. И, наконец, заиграли. И я сразу вспомнил один полярный поселок. Осень, которую я однажды там провел. И там было все деревянное, кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты. И был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша. Электричества не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли свет. Все сидели в одежде, курили, артисты мерзли, что-то торопливо бормотали себе под нос, ничего не было понятно. И это все забылось. И только один номер был хорош. Вышел аккордеонист и чечеточник. Чечеточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке. Зазвучала вот эта вот французская мелодия. Чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил. И только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, подошвы издавали однообразный стрекот. И звучало. Звала куда-то, навевала теплую печаль. Это самая французская песенка. Чечеточника потом долго вызывали на бис, и он опять повторил один и тот же номер. А потом выступали, кричали, что-то воображали, что что-то понимают другие артисты. А мне стало хорошо. И я ушел, ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть. И думал о любви. И вообще о всех людях. И шел снег, и как ударило меня по сердцу, завертелось, закружилось, понеслось мимо.
Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, будто проснувшись, я с удивлением подумал, зачем мы здесь, в этой Ялте, а? И что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора нам назад, на север, там скоро весна. И Чехов хотел на Шпицберген. Друг мой заметно охмелел, настроение у него уже было хорошее. Мы поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах дьявольски смелое и большое. «Слушай», старательно выговаривая каждую букву, сказал мне друг, «что должен делать человек? В высшем смысле этого слова скажи мне, что он должен делать?» «Работать, наверное», предположил я. «Это грандиозно», сказал мой друг. «И мы работаем! И плевать нам на все в высшем смысле этого слова, на все эти нежности. Пошли спать! Слушай, сколько нам еще осталось быть?» «Чего осталось?» «Ну, быть в этой Ялте!» «Долго еще, недели две. Так, пошли спать, а завтра поедем в этот, как его, куда?» «Да черт с ним, куда-нибудь».